Добрый день, друзья! Наш теперь многодетный папа Раджа, важный, лежит. И посмотрите, друзья, как действительно в саду Эдема абрикосы. И видно, что витаминов Радже вполне хватает, потому что если бы не хватало, то абрикосы бы не валялись, он бы их съел. Мы знаем, что и собаки, и кошки, когда у них нехватка витаминов, они вовсю уминают спелые фрукты и даже овощи. Это был случай, когда он, кстати, неоднократно такое наблюдали, когда избалованные животные у хозяев, хозяева уезжали и доверяли ухаживать соседям. Ну, как ухаживать? Кормить. Ну, а соседи зачастую ленились это делать. И когда хозяева возвращались из отпуска, то наблюдали преображение их питомцев, до этого которые, кроме каких-то любимых вкусняшек, ничего не ели, тут начинали кушать все подряд. Так, друзья, а вон леди Ди. После родов похудела немножко, но ничего, быстро наберет. Малыши, наверное, в домике. Вот, красавчик. Спит? Ну, смотри, большой. Они все спят. Пойдем, пойдем. А куда мы еще не хотели, Алена? Куда мы еще не хотели?